Бедный месье Рамье, какая несправедливость. И легкая жертва для моего Акумы. Лети, маленький Акума, и вселись в него! Месье Голубь, я бражник. Не этот полицейский, не смотрители парков не должны мешать вам заботиться о своих друзьях. Каким был бы Париж без голубей? Какими были бы голуби без вас? Вот это Дерби. Спасибо, Тики. Мы такие умные. Мы? О, да, прости, ты такая умная, Хлоя. А когда мы будем делать шляпу? И портить ногти? Да ты что? Папа кому-нибудь за это заплатит. А что ты ищешь? Пёрышко! Я забыла взять голубиное перо для шляпы. На ней должно быть перо! Простите, месье полицейский. Ну давай! Чего стоим? Кого ждем? Уважаемые пассажиры, вам придется выйти из автобуса. Приносим извинения за доставленные неудобства. Это странно. Голуби заполнили Париж. Ситуация очень тревожная. Мэр города уверил, что власти уже принимают меры. Да, мне сообщают, что некто по имени месье Голубь хочет сделать заявление. О, ужасный день, несчастные парижане! Ур-ур-ур. Простите за неудобство, но теперь Париж принадлежит голубям! Ур-ур-ур. Мы нужны Парижу! Беги, давай! Да! Более странно. Рыбак рыбака видит издалека. А, у меня аллергия на перья. Как не кстати. И не говори. Птицы только часть проблемы. По всему Парижу из парка исчезают смотрители. Что? Надо скорее найти этого месье голубя. И как мы это сделаем? Не знаю, где мы его найдем, но я знаю, где он найдет нас.